Сегодня мы будем играть в игру Crazy Toaster. Сумасшедший тостер. Или бешеный тостер еще его называют. Настя, этот тостер будет выбрасывать очень быстро тосты, а наша задача их собрать, словить. Хорошо, я постараюсь. Будем стараться. Открываем? Да. Ладно, открываем, будем разбираться, что там. Помогу. А я потом скотч разрежу. Пленочку. Да. Ну, в коробке. Раздираю. Готов, вся коробка. Доставайте. Доставай, Настя. Вот и тостер. Ой, большой. Коробочка. И тарелочки, и вот ложечки. Это ручки, да? Ножки, да. Вот здесь ножки. Это сковородки. Тарелочки вот такие. Здесь инструкция на разных языках. Может играть 4 игрока, да? Здесь. А мы будем играть втроем. Cuento del pasto, que lo que yo co. Вообще не по-нашему. Вот и сам тостер. Настя, смотри, без глаз. Без ножек, без ручек. А надо здесь? Все ему прицепить. Так, я прицеплю. Вот такой наш тостер. Ребят, ножки. Я вам скажу правду. Здесь на русском языке ничего нету. Итальянский, испанский, это английский, вот так, даже не знаю, да? Есть тут. В сторону инструкции. Покажи. Правильно. А наоборот. Два. Наш тостер уже стоит на ногах. Да. А где его ручки? Ручки. Коробки. Здесь? Конечно. Да. Вау, наклеечки. Сколько всего здесь? Настя, это глазки. Это кружка. Угу. Вот что? Сюда. Одна сюда, одна сюда. Чик. Давай. Чик. И надо сделать вот сюда глазики. Раскрываем. Отрезать надо. Вот такие ручки. Давай, прицеплю. Вот так. И так тяжело. Держи, Настя, наклеечку. Опа. Это вот такие ручки, глазки. И клеим наклеечки. Давай я наклею. Я. Второй вот глазик. Такой глазик получается. Да. Давай второй. Второй. Вот так вот. О, уже получилось, да, пап? Да. Красавчик вот такой у нас. Смешной. Давай носик приклеим. Вот так ровненько. Давай я помогу. Начну, а ты закончишь. Нолик. Хоп. Настя, давай приклеим. Нолик. Чик. И симка. Симка и нолик. С фиксиком, да? Да. Вот и вкусные тосты, да? Да. Да. Что у нас здесь? Смотрите. О, они магнитные. Они просто склеились. Пачки, да. Коробки. Здесь колбаска. У меня 5 сыр. 6 штучек сыр. У меня бекон. Здесь, наверное, мед. Да, мед. Вкусная шоколадная паста. Нет, это... Скелет рыбы, Настя. Это нутелла. Нутелла, да. Яичница нужна. Яичница, да, Настя? Туда нужно яичницу. А мы все вместе сейчас будем. Мам, расскажи, что еще у нас есть. И здесь у нас есть 4 тарелочки, да? Давайте, берем себе по тарелке. Кому какая, Настя? Я синюю беру. Я вот такую. Красную, не зеленую. Желтая. О, нет. У нас одинаковые. Вот мои сыр, нутелла. И яичница. Смотри, почти с медом отвечает. Да, это у тебя варенье, да? Да, у тебя мед. А у меня сыр, бекон и мед. А у меня... Колбаска. Нутелла. Или джем.
джем, нутелла и яичница. Да. Заполняем тостер вот такими тостами. Да. Я тоже хочу момент. Здесь у нас 4 ячейки. И вот эту я поставлю, хорошо? Хорошо, рыбку, да? Да. Мы будем по очереди нажимать вот эту кнопочку, и тосты будут вылетать. Да. Наша задача их словить вот такими сковородочками. Не синие. Держи. Настя, тебе какая? Красная. И мне зеленая. Мне надо словить тост с беконом, с медом и с сыром. Если я словила их, ставлю себе на тарелочку. Если рисуночек не совпадает, например, я словила с джемом, тарелочку свою им не заполняю и ставлю возле тарелочки. Рядышко. А кому попадается рыбка, тот может сделать обмен. Вот эти карточки заменить на те, которые вам нужны, чтобы заполнить вашу тарелку. Свою тарелку, да. Так, ну что, заполняем полностью уже? А у меня вот джем, вот еще яичница и нутелла. Да, нутелла. Начинаем играть в Crazy Challenge. Да. Все тосты, картинки уже там загружены. У каждого своя сковородочка. Да. Готовы? Да. К бою. Папа, давай ты нажимай. Воу, глазик отлетел. Сейчас мы его на место. Чик. Все готово. Я начинаю. Давай. Так. One, two. Three. Go. Класс. Волочинка. Я слила. Настя заполняет свою тарелочку. Смотрите, ей попался тост с яичницей. Хорошо. Молодец. Молочинка. Ура. Это все остается здесь, правильно? Мы ничего. Единственное, ничего. Вот упала на стульчик, я думаю, что можно положить на стол. Да. Настя, твой ход. Нажимай на носик. Нажимай. Сильно. Давай, помогу. Ловим. Оу! Я ничего, ничего. Не взял тоже. У меня... Яичница на стол. Это вот не сюда. Твое. Давай. Мам, давай, да, твоя очередь. Иди. Видели, у меня вот так сковородка. Тебе подходит, но ты его не словила. Ну, да. Готовы продолжать? Я в мою очередь. Готовы? Угу. Как же их словить? Все будет нормально. Вот. Поехали. Опа! Опа! Папа, молодец! У меня есть только я. Настя, я смотри. Словила. Хоп, а папа молодец. Бекон. Мне нужен бекон. Он мне не подходит. Сторонку. То маме давай. Нет, пускай будет здесь. А я буду стараться ловить. Нажимай, Настенька. Ловим. И что? Еще раз. Фальстарт получился. Хоп! Вылетел опять. Капец. У меня мило, тебе подходит. Подходит, да, Настя, но я не словила. Да. Давай, мама. Мамочка, мамочка, лови. Опа! Никто. У меня рыба и бекон. Давай, мне подходит. Давай, папа, нажимай. Так, ну тостер, ты что? Тостер такой крэзи тостер. Хитрый. Давай нам немножко ловить. Ес! Папа опять словил. Опять не мое. А мне нужен мед. Опять не мое. И мне не нужен. Кто сейчас нажимает? Настя. Давай. Опа! Ах, мама, смотри, какая хитрая, меня достала. Сыр. Мне нужен на тарелочку тост с сыром. И тебе... Давайте подведем маленький итог. Мама, нет, у тебя Настя, один, у Насти один. И у папы один. У папы ноль, потому что два рядышка, вам тарелка-то нечего. Я нажимаю. Ну, сейчас я вам задам, девчонки. Настя, что же ты творишь? У нас уже... Настя, да, вот папа, смотри, много мам, ты видела? Он мне сюда падает, Настя пум, подбивает, и он вылетел, у меня сковородка. Петрюща я. Давай, твой ход. А что ж такое? 4 тоста выпало, правильно? Да, 4. Там еще есть. Мам, тебе нужен сыр. Я там увидела. Давай. Будем ловить, не будем.
Где? Смотри, ну что такое? Улетает. Я нажимаю. Покажись, тостер, какой ты там веселый, улыбается. Сейчас мы будем улыбаться. Опять мимо. Мимо тебя уже бьет. Что это такое, Настя? Кто же первый заполнит свою тарелку? Я. Давай, Анастасия. Ой, я тебе. Поехали. Ловим. Yes! Хитрый папа. Так, есть. Просто совпадает. Есть. Один. Нутелла. И у меня. Всех по одному балку. Да. Балу. Давай, Настенька. Если рыба папе попадется, Сильнее. Может делать обмен. Что такое? Ой. Все падает. Папа, помоги мне. Я за Настю. Мама, как ты это сделала? Я уже меня там убил его. С медом совпадает. Капец. У меня уже 2 тоста на тарелке. Давай, мам, твой ход. Есть еще? Да, одна картинка осталась. У меня пусто. Настя, лови. Чувствую, нам придется проводить второй раунд. Сыр, опять сыр. Совпадает. Да, совпадает, мам. Но в стороночку или наверх? Наверх. Да. Так, правильно, да. Собираем по 10 картинок и загружаем обратно в тостер. Начинаем второй раунд. Я. Папа. Давай, тарелочка. Второй раунд, потому что мы не заполним за первый раз все тарелки, правильно? Да. Продолжаем игру. Ты же первый заполнил свои тарелочки. Конечно, я. Раз, два, три. Ау! Капец. Ну ничего. У меня вот такая одна яичница. Давай, Настенька, нажимай. Никто не словил. Да, у меня капец. На стульчике. Мам, твоя очередь. Я нажимаю. Мама! Я словила. Настя словила? Точно? Ах, ты хитрюшечка! Насте нужен тост с нутеллой, да? Да, с нутеллой. Продолжаем? Мам, ты же без сковородки ловишь? Держи. Yes. Мама! Сыром! Опять сыром! У меня уже 3-й тост с сыром. Ставь наверх. Ой, давай, Настя. Тебе помню. Твоя очередь. Сильнее надо. Ух, класс. Помешались. У меня опять сыром. Настя, это твои любимые тосты? Только о, все, не забираем. Не забираем, все по-честному. Давай, папа. Мама, хорошая. Не словила. Как же? Ноль у нас, у мамы тоже не словила. Давай, Настенька, да. Твоя очередь. Очень интересная, захватывающая игра, правда? Я выиграю. Разлетается то сюда, то туда. Да. И сейчас где-то было 3-4 тоста, и никто не слышал. Да, не, мама. Опа. Yes. Yes. С нутеллой? Посмотрим, интрижка. Зрители уже знают, что там. Нутелла! У меня же есть нутелла. Уже вторая карточка у папы. Давай, мам, нажимай. Настя, нажимай. Я за маму. Сильнее. Вот так. Просто давай. По зубам? Не получилось. Давай сразимся. Я побеждаю, Владик, отдал. Мама? Нет. Братишка, аккуратнее кидай. Вот Настя.
Настенька, давай тебе надо с джемом и с нутеллой. Давай, лови. Там есть еще? Одна картинка. Давай, Настя. Одна. Один тост остался. Третий раунд будет 100%. Хоп! Как же так? Он вылетел у меня отсюда. Все. Так. Уже нету у нас там тоста, и тарелки наши не заполнены. Да, ребята, это уже еще один раунд. Продолжаем, третий раунд, да, сейчас будет. Последняя ячейка. Так, ну готово. Что, Назастик наш, мы готовы. Раунд 3. Один. Удачи всем. Пусто, пусто, пусто. Так, высоко подлетело. Давай, Настенька, твоя очередь. Ну как же так? Есть. Беконом! Тебе я заполняю нужно? Свою тарелочку. Мам, ты что, победила? Да, у меня уже тарелка заполнена. О-о-о-о. Класс! Настя, ты поняла? Класс, класс, класс! Я победила! Продолжаем! Давайте, продолжаем! Да! Мама выиграла. Я могу еще ловить, да? Ну, конечно, да. Так, Настя, чувствую, второе место будет. Мама, да. Второе место будет мое. Класс. Ребята, у меня рыба. Рыба? Но обмен делать у меня не с чего. Да. Настенька, готова? Опачки. Колбаска. Там колбаска или джем. Но у меня на тарелке нету. Настя, да, уже. У меня есть. Так. Давай, Настя, твой ход. Нажимай. Ловим. Сильней. Ловим. Ну как же так? Когда близко падает на нас тосты, мы словить их не можем, правда? Да. Угу. Только далеко, я даже не могу. Давай, мам. Давай. Мама, мама. Так, ну. Yes. Папа словил. Сыр. Ну, тебе нужен сыр. Мне нужен сыр. Настенька, догоняй. У тебя только один тост. У меня уже два. Мне? Ловим. Есть. Ура. У меня яичница. Но маме она не нужна. В стороночку. Моя очередь? Моя. А где моя очередь? После папы. Есть! У папы мед, у меня опять яичница. Мед мне не нужен, мне нужна яичница. Вот бы наоборот, да, мам? Да. Настя, давай твой ход. Никому не досталось. Еще есть! Моя очередь. Давай, мам. Поехали. И... Кручу, кручу, кручу. У меня почти. Вылетела из тарелки. Да, мне просто вот так. Ну давай, постарайся. В этот раз обязательно слови, хорошо? Давай, Настя. Мама, вылетела мне в тарелку. Я уже такой спокойный. Тебе папа пешком точно не нужен. Ну ладно, проехали. Настя, лови, лови. Ух ты, видишь, как он рядышком. Одна картинка осталась. Моя очередь. Лови, Настя, лови. Молодец. Нутелла. Есть нутелла. Вот такая у меня нутелла. Я попалась. Мама. Играем еще один раунд. Давай. Ура, меня... Подводи итог, мам. А у меня почти... Мама, у нас уже первое место. Два. Три, два, два. Настя, у нас борьба с тобой за третье место. Угу. Заряжаем автомат. Собираем тосты. Сейчас решающий раунд. Да. Кто же победит? У кого будет второе место? Я у хочу. У папы или у Насти? Я свое первое уже заработала. Молодчинка, мама. Давай, папа. Папа, Настя. Тиринс. Борьба начинается. Давай, папа. Поехали. Thank you.
Настя, вот твой тост. Опять твоя. Нажимай, дочь. Поехали. Не выстрелит. Сильнее. Вот так. Ловим. Нет. У папы. Сыр. Сыр из тарелки, но нужна яичница. А рыбка вот рядом была. Настя, опять твой тост. И у папы. Яичница. Папа вторым заполнил свою тарелочку. Папа, ты выиграл? Да. Прости, дорогая, но я словил свою. Настя, давай еще дадим тебе шанс заполнить тарелочку. Давай. Ловим все? Да. Поехали дальше. Давай. Настя, у тебя еще три шанса. Да. Лови. Да, Настенька, лови, давай, старайся. Лови, лови, лови. Почти яичница. Ребята, это яичница. У Насти не получилось заполнить полностью свою тарелочку, да? Ну, ничего. Весело было, 100%. Тебе понравилось, Настя? Я вообще буду это каждый день. Сколько у Насти вкусняшек. Смотрите, и с беконом, и с медом, и яичница, и нутелла. Классно. Я стала, я поняла. У тебя столько карточек, Настенька. Рыбка у нас никому не попалась, да, мам? Да. А, тебе не попадалась, да, но не было карточек здесь. Игра очень интересная, да. Ее надо играть четвером. Вот еще есть одна тарелочка. Для мы Саши. Сашу подключим, да? Ну давай спросим ребят, понравилось им или не понравилось. Ребята, вам понравилось видео? Ставьте лайки! Много-много лайков! И подписывайтесь на мой канал! Всем пока-пока! Всем пока! Пока! У кого есть такая веселая, крэйзи, увлекательная игра, ставьте плюсики под видео. И нажимайте внизу на колокольчик. Всем пока! Всем пока! Пока! Пока-пока! Пока-пока!